Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппет, а мы с вами продолжаем играть в игру Final Fantasy 15. Перед нами стоит Нокт в такой деловой позе. Но перед тем, как играть, знаете, что я хочу сделать? Поправить чуть-чуть экран. Так, все сделали. Перед просмотром, ребят, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, сделать репост. Для того, чтобы мне было просто даже интереснее снимать. Если вы не сделаете репост, будет совсем плохо. Ну, в смысле плохо. Будет мне скучно, неинтересно. Смотрите, как отражается берег, да? Красиво. Видимо, уже вечер. Ну да ладно, в предыдущей серии, ребят, мы познакомились... Ты куда руку засунул? Мы познакомились с таинственным каким-то незнакомцем, вот, и научились ловить рыбу, поймали первую рыбку здесь, правда, ловили долго, но сейчас страшно. Все научились и погнали уже тогда. Посмотри, ребят, на это. А что? Дальше. Что там случилось? Гладиолус. Так. Тихо, не та кнопка. На побережье Ванат клюет исполинский каран, голландский каран, другая рыба. На рыбалку! Как ребенок в магазине игрушек. Да я не хочу рыбачить. Мы же рыбачили. Пойдемте, сколько нам? 800 метров, да? Карту еще вспомни, как давно не играл. Так, а нам нужно... Что у нас за задание? Джентльменское соглашение. А, мы встретили такого чилдобрека, который нам сказал, что мы должны что-то были сделать... Я не помню, что уже. Что такое? Устаревшая монета. Слушайте, а что нам надо сделать-то? Едва Ноктис прибыл на причал Галдина, как репортер по имени Дина с первого взгляда узнал в нем наследственного принца. Он готов держать язык за зубами и даже помочь кораблем, если Ноктис добудет до него редкие самоцветы. Да. Да. Все правильно. Но сейчас уже темнеет, надо где-то отоспаться, наверное. Потратить... Как же здесь здорово! Свои очи черные, да? Ну, в смысле, очки опыта. А еще хочу сказать то, что да, мы хотели здесь уплыть, но, к сожалению, тут кораблей не было. Но вот благодаря, я думаю, этому чудобреку, чуваку, 1,2 опыт. А тут есть где поспать еще? В другом месте? Интересно. Форпосты... Так, форпосты. Мне кажется, здесь гостиниц нету, да, ребят? Может быть, у него можно поспать? Нет, у него только торговать. Салют! Продать, заходите купить. Еще! Нет. Да, в этой лачушке не поспишь. Не зря здесь поставили трейлер. Смотрите, мы ездим на регалии, да? А трейлер здесь стоит. Видимо, он для всех. Общедоступный, ну, типа гостиница, скажем так. Ну, не гостиница. Место, где переночевать. Давай, переночуем. Нокт, ну что, ты готов сразиться? В королевского рыцаря? Ха, готов. В таком случае, я с тобой. Какого королевского рыцаря? Мы спать пойдем, и о чем? Причал Галдина. Сводка, время. Ночлег. Давайте опыт переходить чуть-чуть. Отлично. О, пока мы спали. Нокт. Не Нокт, а кто у нас там фотограф? Я уже забыл. О, вот он, таинственный незнакомец. Йоу. Прикольно. Нравится штука. Кстати, она прокачивается, я не знаю. Как, насколько она актуальна прокачивать фотоаппарат, чтобы были лучшие кадры. О, посмотрите, какое замечательное утро. Ну, мы сядем в регалию, помчимся дальше, выполнять задание, посмотрим, что из этого выйдет, что получится. Так, регалия. Говорю, регалия. Автоматический режим. Место задания. Джентльменское соглашение. Погнали. Все готовы? Да. Ага. Угу. Сейчас будут болтать, наверное. Чё такая тишина? Сид был прав, у тебя не хватает гордости. Ты же не мальчик на побегушках. Здесь наши титулы не играют особой роли.
Честно говоря, меня это даже радует. Кстати, в предыдущей серии нам прибежала собачка. Забыл, как ее зовут, да, я уже говорил. То, что мы передали послание нашей Луне. Это собачка с нашего детства. Вот как-то так. Блин, с помощью собаки передали, отправили Луне послание. Навестите Синди в молоте, чтобы модифицировать регалию. Ну, можем модифицировать, в принципе. Может быть, быстрее будем ездить, это будет офигенно. Владиус что-то читает. Так, а мы точно пришли куда надо? Судя по карте, да. Давайте оглядимся. Тормози. Хочешь забраться в самую глушь? Что может быть лучше нетронутой природы? О, да. О, машинка красненькая. Старенькая, ну, красненькая. Так, отправьтесь к местонахождению. Куда-то нас ведут, непонятно куда. Как думаешь, а у Синди кто-нибудь есть? Не думаю. А ты-то откуда знаешь? Да тут и знать нечего. Такие, как она, с кем попало, не гуляют. Даже с такими казановыми, как ты? Мне было бы интересно это проверить. Однако моя главная задача защищать... О, боги! Какой преданный гладиолус. Мы что? Кто там пищит? Должны еще и подойти к ней. Потише, разбудите. Я не заметил, я думал, это гора. Ёкарный бабай. Это что такое-то? Птичка? Ты птичка? Я не понимаю, что это за... Что, нам яйцо стащить? Тихо. А, нам надо обойти. Тихо, не пищите, ребят. Вот это создание. Как что придумает? Я в шоке. О май гад. Ну вот это курица. Тихо. Давайте, крадитесь. Да. Блин, мы, наверное, как клык ее. Это чококобы какие-то. А вот это яичко ты хочешь, чтобы я стырил? Ты что, пошутил? Да, блядь. А, это гранат, камень какой-то. Тихо, дыши спокойно. Оу. Оу, оу. Это ее хвост. Ни хрена, нифига. Идемте в обратную. В обратную. Блин, я бы там пошел. Ради интереса. Но мы пойдем все-таки к регалии как-то поближе, да, ребят? Тихо. А, да что случилось? Как ты согрелась? Птичка! О май гад, сколько у тебя крыльев-то? Ты как... Может, мы просто поговорим? Вау! Ты что-то танцуешь? Гладиолус, вернись! Улетела! Гладиолус, вернись! Ты с нами! Мы с тобой! Ты чё, не трясись? Мы остались живы. С трудом. Я уж было думал, нам конец. Ты где-то это был нашёл? Истинно королевский подвиг. А, и то верно. Его колбасило, и он каким-то образом нашел ингредиент. Противоядие какое-то. Не знаю, откуда оно у него появилось. Но это было забавно. Так, ладно. Давай беги быстрее.
Отдайте камень Дину. Окей. Автоматический режим. Я не поеду никуда. Место задания. Джентльменское соглашение. Момент переместиться, пункт назначения. В смысле? Моментально? я понял. Не смотреть заставку, а быстро переместиться. Но это хоть другое дело. Красивая Луна Фрея, Нокс Флоре. Флоре. Красиво, красиво, тут спору нет. Целые невредимы. Ага. Симпатичная. Так. Идемте, дадим яичко. Ой, яичко. Там гранат. Ну-ка, в стороночку. Тут можно? А, тут нельзя быстро бегать. Как все далеко. Вот что мне не нравится, вот даже вот в этом Final Fantasy, то, что тут все такое огроменное и какой-то слишком долгий бег, вот телепорт бы какой-нибудь сюда, прям к точке. А, я же котенку рыбку хотел дать. Как здорово, что не нужно никого убивать. Вот, свеженькая. Вот, рыбочка. Что такое? Ты чё? Ты не любишь рыбу? А, ты не любишь сырую рыбу. Ах ты. Ладно. Отдайте кошку рыбу, поговорите с шеф-поваром перламутра. Ладно. Ну ты малышка какая, посмотрите на нее сидит, лапки такие. Ладно, погнали. Сырую не ест, надо жареную. Вот разбаловались. Добро пожаловать. И вам того же. Черного четвертого фонта... конкурса. А, и Игнис фотит все. Я сейчас не буду смотреть. Еще в самом низу, да вы издеваетесь. На, забирай. Уж простите, что вам так досталось. Мне просто очень нужны были эти камни. Пришлось пойти на шантаж, вы же понимаете. Это днем я репортер, а по ночам ювелир-любитель. Из такой вот неуловимой красоты получаются шедевры. В обмен на услугу поделюсь с вами информацией. Эта ваша монетка выпущена в честь возвышения Оракула. Тот тип их всем на халяву раздавал. Наверное, набрал в Нифельхейме. Кстати, о халяве. Это вам от меня. Захотите купить еще, приходите. Сомневаюсь, что такая вещь могла попасть в руки простому горожанину. Что ж, теперь это наша наличка. На этот раз будем умнее и снимем номер в гостинице. Хм. Так, нам дали браслет. Давайте, может быть, его сразу оденем, снаряжение. Ключ успеху, песня скорости. Гранатовый браслет. Браслет с гранатом чуть-чуть увеличивает силу. Спасибо, не надо. Обеспечит вам дополнительные очки способностей. Может быть, можно кому-нибудь другому одеть. Песня тактика. Обеспечит вам дополнительные очки способностей. Ну, давайте, пускай силу... Хотя не, ребята, я гоню. Давайте все-таки... Вот песню воина уберем, наверное. Как же тут мне неудобно-то? Ему вернем кольцо на... Вот, песня тактика. А нашему гладиолусу возьмем гранатовый браслет. Вот. Еще приемы. Сколько у нас? 44, да? Будем качать, что же делать. Характеристики. Куда мне нужно? Тут пошел... Увеличивает силу каждого участника отряда за количество набранных уровней эффекта и расхожих способностей не суммируется. Путешествие не то. Режим ожидания. Знаете, что я хочу прокачать?
Я пошел вот сюда. Урон увеличится от внезапной атаки. Немного увеличит урон при атаке сзади. Да, я качаю бой. А, понятно, я не качаю бой. 64, 52, 24. Атакующий телепорт на калечит часть тела демонов, которую можно уничтожить. Блин. А где тут аксессуары? Приемы, восстановления, магия, бой. Несите удар ближайшему врагу из огнестрельного оружия. Если если во время воздушной атаки, атаки ногти попадает по врагу с помощью механизмов, враг получает электрошок. Нет, не хочу. Вот, вот эту давайте качнем. Для нашего другана. Ну и все, остальное пока оставим, будем копить. Давай. Как и обещал, ищу вам билеты на корабль. Я же говорил. Я честный человек. Вы сможете уплыть без проблем, так что дайте знать, как будете готовы. Признаюсь, я не ожидал, что Дина найдет нам корабль. Получается, у него связи аж в имперском флоте. А как иначе он бы это проделал? Да уж, разносторонний парень. Ну, я вот думаю, что сделать. Либо отправиться, или доделать задание. Кошачий обед. Ну, кошачий обед мы сделаем, и ушел и не вернулся. Охота — опасное занятие. Ну, можно еще охоту прокачать, попробовать. Жарко. Задание. Ну, пойдемте. Сходим к шеф-повару. Ты шеф-повар? Нам рыбку, пожалуйста, пожарить. Добро пожаловать в Перламутр. Могу принять ваш заказ? Да. Вы не забыли, что это ресторан? Спасибо. Ближайшая парковка отмечена на карте. Новый форпост. Ближайшая точка сбора. Еда. Что-нибудь приглянулось? Так, ну еду мы пока готовить не будем. Знаете, что я хочу? Давайте выполним вот задание. Вот наше предложение. О, 17. А я какой уровень? Мой ранг первый. Что-то я не могу найти, туплю. Ну, давайте попробуем 11 уровень взять. Это особенно гнусная тварь. Я... Нет! Я не хочу ее! Если это она... Прошу, будьте осторожнее. Так, а мне надо рыбешку-то сделать. У вас в меню есть что-нибудь, что едят кошки? Это твой способ знакомиться? Да а? Нет. А, нет, я действительно имел в виду кошку. Да я шучу. Кажется, я даже знаю эту кошку. Я что-нибудь соображу. Но здесь в первую очередь обслуживают людей, а не кошек. А последнюю рыбу только что заказали. Может, поймаешь еще одну? Ты издеваешься? Потрясающе. Что может быть лучше свежей морской рыбы? А в Галдине она просто свежайшая. А почему вообще... Я уже думал... Что, сейчас рыбу опять ловить, что ли? Кошачий обед. Пойдемте за рыбу по ней. Отдайте рыбу Коктуре. Обожаю. На, забирай. Я же уже хотел отдать. Приветствую. Рыбу забери. Что бы вы хотели заказать? У нас великолепный выбор. Спасибо, что заглянули. А, вот. Это что такое? Задание. Чудесно. Сейчас приготовлю. Ты, давай, конечно, готов. Очень заботливый, но имей в виду, кошки – звери приставучие и при этом привередливые. Привередливые, значит? Кошки не станут есть, что попало. Ты правильно поступил, что обратился ко мне. Держи. Все? Потрясающе. Что может быть лучше свежей морской рыбы? Пойдемте покормим. В смысле, потрясающе. Что может быть вкуснее свежей рыбы? Жареной. Как будто она торчит из карманов. Киска, киска, киска. Вот, угощайся. Кушай, кошечка.
Какая ты капризуля. О, похоже, ты ей нравишься. Пожалуй. И она тебе тоже. Она за ним пойдет в огонь и в воду. Можно и забрать? Пока мы в убежище, нам ничего... Так, нельзя ее забрать, да? Ну хорошо, задание. Мир твоему пляжу. Чувствую, будет больно. Ушел, не вернулся, 5-й уровень. Так, хорошо. Давайте выполним его, это задание. Немного опыта возьмем. А какая-то уточка кря-кря стоит. Снимай отсюда. Так. Да подожди! Давай я это сниму. Какое клевое освещение. Что ты сделал? Я хотел спрыгнуть. Что за уточка кря-кря? Получена способность аватара. Теперь вы можете изменить облик персонажа. Ух ты, женщина? Что за аватар? Строение лица. Я не знаю, чего это, но я, наверное... А, можно, ребят, поменять... Нифига себе, прикольно. Можно поменять персонажа, но я, наверное, не буду менять. Знаете почему? Я не хочу... портить. Как отсюда выйти? Идем. Господи, ты боже мой, верните. Способность аватара запутывает людей и заставляет их думать, что измененный персонаж всегда выглядел именно так, поэтому они ведут себя как обычно. Если Ноктис упадет в обморок или будет слишком взволнован, его облик вернется к исходному. Облик персонажа можно изменять в главном меню. Нет, способность аватара также позволяет вам ощущать, когда ее использует кто-нибудь другой в любом из миров. Установлен интернет... Понятно. Нет. Да, теперь доступны функции клад игрока и снимок игрока, чтобы узнать больше... Отстаньте! Я хочу обратно! Что-то, ребят, видимо, надо выходить из игры, но давайте так. Я, наверное, аватар-то для онлайна, скорее всего. Ну, я сейчас прокачусь катку, вернее, задание все же выполню за этого персонажа, а потом уже поменяю... Поменяю... На нормального Ноктиса, потому что играть этим челиком что-то мне как-то совсем не то пальто. Кто хочет перекусить? Чур не я. Так, найдите Дэйва. Господи, какой у тебя ужасный вид, а? Ты Дэйв? Где Дэйв у нас? Нет, это не Дэйв. Пойдемте искать Дэйва. Найдите Дэйва. Да где вы тут найдешь-то этого Дэйва? Ты Дэйв? Нет, это не Дэйв. Ты кто? Ты дед какой-то? Ты кто? Это тоже дед. По идее, вот этот Дэйв.
Машин где застрял? Потерялся? Смотрите, кто приехал. Okay. Я у вас, ребята, в долгу. Давайте я еще дадим конверт. В каком? Что-то мне не везет. А у нас нашли еще один. Нашли еще один... Что? Что? Конопатый. Жетон. Мы, охотники, всегда держим их при себе для опознания. На случай, если забудешь, кто ты есть? Скорее, чтобы другие не забыли, кем мы были. Жизнь охотника полна опасностей, так что иногда от человека остается только жетон. Доставить жетон семье павшего товарища – наш долг. В общем-то, за этим я сюда и пришел. Если вам удастся найти в окрестностях охотничьи жетоны, передайте их мне, ладно? Да, конечно. Говорят, тут поблизости уже лежит один жетон. Спросите местного информатора, он расскажет подробнее. Господи, как за тебя играть-то, а? Тяжелые у них жетоны. И на душе от них тяжело. Их надо вернуть семьям погибших. Да, так будет правильно. Начнем с самых свежих сведений. Я недавно видел магитех штурмовика. Фу, жуткое зрелище. Сейчас узнаем. Добро пожаловать. Нам про жетончик, можно что-нибудь? Проголодались, узнать? Ребята? О, охота. Как думаете, справитесь? Да, я все возьму, все возьму. Хулиганы. Чудно. В шахтах. Цель вашей охоты... А, ночью? Нет. Охотник на охотников. Да. Будет сложно. Да и гадов. 14 уровень. Ну, я не знаю, я осилю или нет. Что удачи это? Вам. Какая-то сова непонятная. Окей. Только ночью. А еще мне бы узнать, расспросить. Расскажу, что знаю. Жетоны. Пункт назначения отмечен на карте. Все, что ли? Найдите жетон. И да. Ну, удачи еду, вам, ребята. Еду я сейчас готовить не буду. Не хочу что-то. Ну, сейчас и поопаснее штука есть. Короче, самое ближайшее что у нас? Туда и отправимся. Самое ближайшее у нас... Это получается... Какой уровень? Закусочное воронье гнездо. Это ночью на... Это что такое? Дэйв, побочное задание. А, ну тут рядышком. По идее... Сейчас, секунду. Пока вспомнишь, какая карта. Какая кнопка. Давайте вот сюда поставим метку, да? Эй! Короче, получается... Где-то он там, да? Да, вон там что у нас. Это что такое? Проверить. Говорю, проверить. Пинг лонгвайт. Окей. Кажется, у меня камушек в ботинке. Так вытряхни. Кажется, ты другой персонаж. Тебе не идет таким быть. Боже мой. Так, почти дошли. Тихо, не падай. Это что, остатки? Оно пришло оттуда. Что оттуда? Ты жетон собирай. Добыл жетон, что дальше? За травка. Сладкий перец. Я не знаю, для чего. А, ну это для еды. Хотя, видите, я пока не ем, может быть, дальше будет это актуально. Хорошо. И еще мы, наверное, какой-нибудь. Где сюда? Какое-нибудь задание. Самое ближайшее. Это что у нас? Вот такое. Ух ты, сокровище. Можно сходить за сокровищем. И.
Кстати, какой у нас уровень? Шестой, да. 14, конечно, это очень большой. Значит, нам надо взять задание. Ушел, не вернулся. Вот. Добудьте жетон. Короче, нужно добывать жетончики, да? Да что ты жмешь 50 тысяч раз одни и те же кнопки? Парковка. Залежи магии. Окей, давайте тогда вернемся, отдадим ему жетон. 230 метров. А, не, во, 73 метра. Шучу. Так, 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 с той стороны. Может, сюда? Вот сюда. Кто тут? А, вот это. Легче не бывает. Ты что? А, извини. Я забыл, какая кнопка атаковать. Ага. А, вот тебе. Оп, оп. Оп, да отстань ты от меня. Великолепно, но... Да. А, да. Б. Но не А. Так, где тут жетончик у нас лежит? Теперь надо к Дэйву бежать. Тихо. Не крикни. Ты чё, игра, зависаешь? Да подожди ты, тебе еще есть силы, верь в себя. Всё, здесь я уже не могу ничего сделать. Забирай жетоны. Один уже нашли, да? Спасибо. Я так понимаю, это капли в море. Ну-ну, не все так плохо. Но все равно, гибель каждого охотника тяжелым грузом ложится на мою душу. Вот что значит для меня каждый жетон. Это боль. Но если я опущу руки и перестану собирать жетоны, эти охотники будут забыты. А это больнее всего. Да, наверное, ты прав. Поэтому я и призываю своих охотников собирать все найденные жетоны, и вас тоже об этом прошу. Все выполнено. Ура, ура, ура. О, сколько опыта дали. Ультразелье какое-то дали. Ну, я думаю, ребят, на этом мы и закончим эту серию, а продолжим уже играть в следующее. Я поменяю как раз аватара на нашего любимого Ноктиса, но не на этого челдобрека, который ужасен, к сожалению, ужасен. Он никак не вписывается в мир Final Fantasy. Господи ты, боже мой. А вы были на канале Джонни Паппет, не забывайте подписываться, пишите обязательно, ребят, комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВК, в Инстаграм, Фейсбук. А мы увидимся уже в следующем видео. Всем пока-пока.